жизни. Я хочу сказать, что только за это время взлетают звезды, падают, появляются новые. Лапенкин, как ледокол Ленин, идет вперед. Это еще учесть, что достигли радиостанции. Я хочу сказать, только благодаря вам я нахожусь на этой сцене. Только вы даете мне жить на этой сцене. Не было бы вас, не было бы меня на этой сцене. И я уже в каждом городе говорю, что если в ближайшее время мне дадут звание заслуженного, я напою всю страну. Чтобы исполнить следующую песню, я хочу вспомнить свое детство, где не было шоколадок, не было игрушек, но было замечательное детство и любовь родителей. Я родился в большой семье, поздний ребенок. Мама была в тылу врага, папа был на фронте, дошел до Берлина, потом воевал в Японии. Сапер был тихим, спокойным человеком. И одной из... Ходили под ручку до конца жизни. И я вспоминаю такой эпизод из жизни, когда мама села, вязала, папа к ней подходит, мама спрашивает: «Миша, мы сегодня день недели». А папа говорит: «Толь, как скажешь». И я хочу пожелать вам мою пенкинскую любовь, вам.